Сегодня в Красноярском театре кукол впервые прошло представление, в котором, собственно, сами куклы не использовались. Там состоялась премьера спектакля «Не сказка о царе Салтане». В нем задействованы 8 актеров, которые показывают знакомый всем с детства сюжет. По словам московского режиссера Ивана Пачина, была цель убрать, как он говорит, пушкинские кружева и показать саму драму. Поэтому постановка и называется «Не сказка». Спектакль раскрывает тему взаимоотношений отца и сына и показывает, как взрослеют дети. Кукол нет, потому что было желание открыть ребят, чтобы они играли живым планом, чтобы они играли по-своему, истинно, по-настоящему. Спектакль, достаточно острый, может быть, где-то даже чересчур, может быть, где-то зрителю придется потерпеть какие-то моменты, чтобы действительно прочувствовать то, что мы хотим сказать. Возраст мы поставили 10+, мы хотим видеть на спектакле детей с родителями, чтобы потом они разговаривали о том, что они увидели.